В Кизлярском районе прошла благотворительная елка для детей с ограниченными возможностями и ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие прошло в Центре традиционной культуры народов России. В этом году для встречи с новогодней сказкой пришло 20 малышей. Ребятишек встречали кот Базилио, лиса Алиса, будильник, русалочка и водяной. Сказочные персонажи играли с детьми, устраивали веселые конкурсы, загадывали загадки, водили хоровод, читали стихи. Собравшимся возле елки ребятишкам Дед Мороз и Снегурочка подарили сувениры и сладости. Кроме того, родителям малышей организаторы праздника передали пакеты с продуктами и одеждой для детишек. Напомню, эту акцию на протяжении уже нескольких лет в Кизлярском районе проводит благотворительный фонд «Очаг добра». Были очень много артистов, разные игры, кидали снежки, попадали в ведро, ловили рыбу. И мне понравился этот праздник. Я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые сделали для детей этот праздник. Ведь праздник для детей – это самое главное. Спасибо, что не забывают о детях, а доставляют им радость. Вот и прошла очередная новогодняя елка. Елка для детей с ограниченными возможностями. А стала она возможна благодаря нашим постоянным спонсорам, за что им огромное спасибо. И в канун Нового года хотелось бы всем пожелать счастья, здоровья и благоденствия во всех семьях.